Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne. В последней серии мы разобрались с кучей агентов. В итоге мы пришли к зданию ICIR Corporation. Все, пора покончить с этим. Возможно, эта серия будет последней, возможно, это будет предпоследняя серия. Но как бы там ни было, конец близок. И я думаю, сейчас пойдет просто страшное мясо, потому что в предыдущей серии с нами уже никто не цаскался. А здесь, я думаю, будет еще веселее. Погнали. Начало этой миссии очень сильно так навеяно Матрицей. Как раз тогда была волна интереса. Примерно в одно время вышли Max Payne, Матрица. Блин, неплохо меня постреляли. Max Payne вышел, по-моему, на 2 года позже. Ну, короче говоря, все еще пока что болели Матрицей. Отсюда и такая похожесть. Даже есть специальный мод, называется Matrix мод, по-моему. Там можно бегать по стенам, бить с вертушки врагов. В свое время было прикольно. Твою дивизию. Да, это будет весело. Так, что же мне с вами, ребятушки, делать? Я думаю, нам нужно ответить вам в вашем ключе же. Да, что-то не особо получилось. Нормально. Это будет то еще головной болью, я так понимаю. Живой еще, что ли? Они просто не добивают до сюда. Ну, тогда все станет попроще, ясное дело. Так, отприлег. Че, не хватает, да? Дальности поражения. Да елы-палы. Уж эта винтовка меня подводить не должна, по идее-то. Давай. Слопак. Хорошо. Так. Нормально такое вступление, надо отметить, у этой миссии. Просто рвут. И это только начало. Только начало. Эта скотина, ты посмотри. Так, ладно. Ладно. Я не пойму, они в бронежилетах, что ли? Почему я не могу их убить вообще никак? Хорошо. Что-то да получилось в итоге. Так. Сейчас, ребятушки, сейчас все будет. Вы мне ответите за все. Ой, твою мать, я проглядел, что ли? Так, хорошо. Так, на чем я тут подорвался? Ага, понятно. Да дохни ты, да что ж такое? Вообще как-то, блин, очень уж злобно вы ко мне относитесь сегодня. Так, отготов. Ой, блин, да что ж такое, елы-палы. Ах, эта игра меня точно доконает. Ах, так, ладно. Я даже не знаю, как мне... Да дохни ты, мать твою. Блин, эти ребята просто звери какие-то. Чё ты там кидаешь-то? Ух, блин, живой.
Фу, со всех сторон. Просто натурально, как воронье налетают. Так, пока что аптечки есть, так что живем. Ну капец, Макс, ну ты парень безголовый, куда ж ты полез-то? В принципе, я думаю, после того, что он понаделал, уже ему бояться-то особо нечего. Так, хорошо, еще аптечки. Ну, я так понимаю, к лифтам. Так. Или туда наверх идти. Тихо. Бегут. Так, давай, братюн. Давай, давай, давай. Поближе. Хорош. Еще есть? С тобой есть подружки? Или ты одна? Так, ну, я так понимаю, что все-таки туда, наверх по лестнице, потому что что-то больше идти некуда особо. Хорош. Блин, со всех сторон могут атаковать. Это печально, по-моему. Ладно. Так, там еще, по-моему, бежит туда. Подожди. Ага, понятно. Я думаю, где-то мы оказались. Да скотинка, смотри, все равно успевает зацепить. Да что ж вы такие зверюги-то, а? Откуда ж вас таких понабрали? Ладно. О, ребята. Что-то про такое я совсем забыл. Так, я, похоже, сверху надо будет перепрыгнуть. А, скотина. Да, это... Блин, эта серия будет полна боли. Ну давай. Так, сохранешечка. Так. Да блин, вот тебя только не хватало. Смотри, сколько укусил у меня. Так, хорошо. Все, живой. Блин, это кошмар какой-то. Это вообще какой-то просто капец. Да блин, ты все равно успеваешь меня куснуть, да? Они, по-моему, такое ощущение, что на опережение стреляют. То есть не туда, где ты находишься, а туда, где ты будешь находиться через полсекунды. Mona, looking good. Max, we gotta stop meeting like this. It will be a cold day in hell before I let a narc cop stop me. Miss Sachs, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself. It was different when Horn wanted Punchinello dead, to cut her ties to the Mafia. He deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately. They hungered for revenge. Max! No! A gunshot boomed and she fell down in slow motion. She was a nice girl, not really a stone cold killer. And now she was stone cold dead. Like religious fanatics or loyal samurai, Horn's private army was coming at me. Contact. Капец, так. Мону убили, сволочи. Да, ты посмотри. Ой-ой-ой, это будет печально. Так, давайте сразу осмотримся. Там у нас, по-моему, аптечки лежат. Они нам тут крайне пригодятся. О, сразу 4 штуки. Отлично. Подлечимся. Я думаю, конечно, мы не с первого раза это место... Да твою мать, ну откуда вы-то взялись? Это мне наказание за аптечки, что ли? Ладно, с вами более-менее нормально получилось встретиться. Так, хорошо.
Теперь сохраняемся. Смотрим по новой катсцене. Ну, то есть пропускаем ее, конечно. Собственно, погнали. Ах, твою мать. Да что ж такое с вами, ребятушки? Что ж вы меня так ненавидите? Ладно, без замедления оказалось попроще даже все. Так, агенты мертвы. When the elevator came back down, Mona was gone. There was a lot of blood, but no body. Something clicked for the final time. My mind had never been so clear, as if somewhere high above the storm clouds were already gone, cold stars blazing from the black skies. Или не умерла Мона. Как бы там ни было, мы тут далеко не за этим. Ой, подожди. Ой, подожди, подожди. Ой, как неудобно. Да давай уже, мать твою. А, не та сторона. Ох, блин. Ну да. Так, давайте попробуем, может, гранатометом. Первый пошел. Второй пошел. Только так, если. Третий пошел. Четвертый. И последняя. Последний меня убило в прошлый раз. Все хорошо. Так, сохраняемся. Я не настолько меткий парень, чтобы успеть все это сшибить. Так, ну-ка, давай, давай, давай. Все. На пентхаус, собственно, приехали. Все, все правильно понимаю. Ладно, о кино потом поговорите. Так, хорошо. Откуда еще могут прийти? То есть это, так понимаю, не пентхаус еще? Есть еще куда выше? Отлично. Да, блин. Хорошо. Их, в принципе, похоже, можно было не убивать. Но почему бы нет? Так, куда мы в итоге идем? Ага, понятно. У нас охрана какая-то. I had elevator access to the mainframe. From there I'd be able to override the security locks and get to her office. Ой. Нормальный подход. Блин, эта игра просто меня ненавидит. Ну да ладно, мы справимся уже. Да, бляха-муха. Просто разбирает на запчасти. Хорош. Так, лечимся. Берем в руки. Чем берем в руки-то? Джекхаммер, возможно, нам тут поможет. Даже не знаю. Ах, так. Ну, погнали, что ли? Блин, еще нет. Так, сохраняемся.
I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Фух. Блин, как мы раньше в это играли? Это же так сложно. Блин, сейчас запустишь какой-нибудь экшен, это совершенно две несравнимые вещи. То есть современный экшен и экшены конца 90-х, начала 2000-х. Это же просто офигеть. Спускаемся теперь к мейнфрейму. Ой, ребята, только не это, пожалуйста. Ой, что делать? The unmarked chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. Он говорит, что не мыслите стереотипами, я неплохой парень, у меня, говорит, есть жена, два ребенка, которыми я горжусь. Ой, даже не знаю, чем мне вас. Да, ты посмотри, по-любому, с двух сторон. Да, это будет то еще главной болью. Да, блин, я не то хотел сделать. Ох, сейчас меня убьют. Бегут уже, нет? Что за звуки? Да, ребят, я представляю, что сейчас будет. Как ни странно, еще живой. Ну, уже сложно меня назвать, конечно, живым. Скорее, полумертвый. Ой-ой-ой-ой. Да, блин, это просто нереал какой-то. Надо было сохраниться после того, как... Да, в этот раз все пошло не так хорошо, как могло бы. Так, с вами все. Давайте сначала осмотримся. Сохранимся, хотя жизни опять мало, но, по крайней мере, хоть что-то имеем. Так, ну и, собственно, давайте, что ли, разрушать, ломать, как говорится, не строить. Блин, у меня оружия нормального нет вообще. Все оружие кончилось. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Да, блин, я думал уехать. Ах, так. Не щадит игра меня. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way. Да, твою мать. Да дохнет. Ну, наконец-то. Смотрите, что у меня с жизнями. Это, по-моему, просто прекрасно. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Так, что, на том же самом лифте? Да, под... Ты-то там... Да... Так, это игра. Ох, это игра, а! Ох. Да, это просто печально, на мой взгляд.
Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Блин, да подожди. Ой. Это уже я сам протупил, я думал, у меня больше патронов для этого гранатомета оказалось всего один. Ну мне хана уже, да? Практически наверняка. Так, 6 патронов. Отлично. Джекхаммер. А, все. Нормально. Блин, по жизни вообще просто позор какой-то. Да не только по жизни, у меня уже и патроны для всего кончились. Это будет круто. О, хотя облегчение небольшое. Сохраняемся. И, собственно, вперед из песни. Вертолет нас больше встречать не будет, я надеюсь. Я его слышу так-то. Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was trying to get it all out before the end. Да, Макс. Все сейчас закончится уже. Ну, как обычно, большой простреливаемый зал. Так, сохраняемся. Бегут, уже бегут. Блин, у Инграма уже довольно-таки мелкий калибр для всего этого. Хотя, подожди, я с кольта стрелял же. Да. Так, ну, ребятки, давайте. А, двоих убиваю, третий меня. Скотина. Что ж ты, блин, не дохнешь, да? Давай, давай, давай. Молодца. Чуть-чуть дали, уже хорошо. Ладно. Скоты, блин, ну как мне с вами разбираться? Ну чего вас так много-то? Они меня не якут, ты-то что тут делаешь? Мы что, с метро не виделись? Ой-ой-ой, тут еще, да что же у вас тут столько, а? Ой, не-не-не, только не ты. Так, сохраняемся нафиг. Надоели они мне своими приколами. Так, еще сохраняемся. Лишним явно не будет. Horn's personal computer was on. Next to the printer was a neat stack of expensive paper. Hacking through Horn's computer would have unearthed files of criminal plans, strategies for world domination, spy helicopter reports, illegal wiretap recordings, internet porno, all of the above. Take your pick. I really didn't care anymore. I had seen too much of it already. Хорошо. Да ничего хорошего. В первый раз эта головоломка просто натурально очень подходит, чтобы описать ситуацию. Враги меня просто ненавидят. Так, ну и все, похоже, последняя глава. Valkyr had been meant to be a white-winged maiden that would lift you to a warrior's heaven, but it turned out to be a one-way demon ride to hell. The devil was in the drug. I knew. I had met him. And now I was gonna kill her. The queen of the underworld who had tried to lift herself a bit closer to heaven with her drug money. No begging, no bribes. She knew better. Honor among killers. We who are about to die. Both of us knew how this would end. In pain and suffering.
All this because your wife stuck her nose into things that were none of her business. The cops were coming to take me away. The sirens were like a bad conscience I couldn't shake. It's ridiculous you've made it this far. You won't be alive when they get here. Stop him! Так, ну собственно все. Осталось догнать эту стервь. Это будет, я могу вам гарантировать, крайне сложно. Ой-ой-ой, ребята. Хорошее начало. Хорошее. Да, блин, ну что ж оно не выбралось? Вы видели, я выбрал? Оно не выбралось. Так, ну давайте убивать уж. Ненавидят меня, просто ненавидят. Да. Я тоже умею. Вас что, не подожгло, что ли? Печально, на мой взгляд. Так, сохраняемся. Двоих убили, уже достижение. Да дохни, ну что ж такое, блин, вы какие-то пули непробиваемые просто. Ах, так. Хапнул скотина. Ой, блин, это какой-то кошмар. Так, сейчас еще зайдут. Так, прячемся. Ты успокоишься, нет? Она сказала, что смерть нашей жены и дочери была неотвратна. И я ничего, мол, с этим не мог сделать. Но зато теперь, дорогуша, я сниму с тебя скальп. Так, это все хорошо, конечно, но... Ты, может, успокоишься уже? Так, сохранимся. Когда ты отстреляешься уже? Хорошо, прекрасно. Нет ничего лучше, чем убить себя самому. Я даже не знаю, что делать с тобой. Ага, испугался. Слабак. Так, пошли дальше. Играешь, ты не выживешь. Сейчас посмотрим. Прими свою судьбу, ты умрешь здесь. Я, честно говоря, тебе верю, дорогая, и я знаю, что я здесь умру, причем многократно. Но в итоге я до тебя доберусь. Никуда не денешься. Ой, добрый день, как говорится. Открывайся, как не вовремя. Ну ладно. О, нам сюда можно. Так, а нам тогда в лифт или сюда? Понятно, не сюда явно. Хорошо. Так, что делаем дальше? Что-то такое помню смутно. По-моему, сюда. Ой, бляха-муха.
Так, хорошо. Все ближе и ближе к цели. Макс Пейн, face it. You are up against an unbeatable force. You have already lost. Ты уже проиграл. Ты не проиграл. Да хватит троллить меня, девушка. У меня пока что неплохо получалось, и тут справимся. Я так и знал. Так и знал. Да что ты делаешь-то там? Еще идут, а мы пока сохранимся. Блин, смотри, как забаррикадировались. Но, ребята, не поможет. Уже не поможет, слишком поздно. Ой-ой-ой. Так, ребята. Ну, я знал, что что-то такое сейчас будет. Вы что там творите-то? Так, один ушел. Про второго не могу этого сказать, не уверен. Смотри, недобиток. Он недобиток, но у него все равно патронов больше пришлось садить, чем в боссов на начальных уровнях. О-о-о, не хочу. Так, понятно. Ой. Так, отступаем, сохраняемся и вперед из песни. Ох, как хорошо, что ты промахнулся, это был one shot, one kill бы сейчас был. Тихо, 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 братья, не пыли без нервов. Еще слышу. Откуда-то оттуда, наверное, придут. Нет, похоже, не сюда. Давайте сюда попробуем пойти. Пока что, несмотря на то, что я боялся, все равно как-то что-то получается. Это, по-моему, прекрасно. Ой-ой-ой-ой. Сглавил. Так, ну что ж, давайте используем наши аптечки. Печально, конечно. Можно было бы загрузиться, но не так интересно. Стараться нужно все пройти с одного раза. Что ты имеешь в виду? Его не остановить. Сказала она, похоже, своему шефу охраны. У вас, говорит, численное превосходство. Так, ладно. Хрен вы куда денетесь. С крыши-то. Блин, хватит выскакивать. Ну, игра натурально, могу сказать, оттачивает рефлекс. Просто офигеть. Это натуральный тренажер такой на реакцию. И все равно убивает. Так, в минус. Она уже там, я ее видел. То есть был визуальный контакт. Так, хорошо. Патронов пока хватает. Врагов тоже не так много. Готов. Так, она куда-то сюда скрылась. Но куда именно, я не увидел. Так, это ее основной компьютер, похоже. Куда ты смотришь, Макс? А, понятно. Вот ты куда ушла, значит.
Ну да. Пока, блин, я усаживался поудобнее. Не убить меня, это, конечно. Скотинцер. Да что ж такое? Вашу мать, как это место проходить? Так, короче говоря, так оно не работает. Только если так. Ладно, сохранимся, не так много отняла. Патронов пока в достатке. Все, скотина, убежала ты, что ли? Далеко не убежишь. Так, а что-то такое я помню. Тут, по-моему, вот эту штуку нужно... Уронить на вертолет. Или я что-то неправильно помню. Так, патроны потратил. Ну, теперь я уж лучше сохранюсь нафиг. Блин, неужто опять придется это смотреть? Ну ладно. Короче говоря, по-моему, вот эти тросы нужно перешибать. И в итоге, чтобы, ну, короче говоря, чтобы это упало на вертолет, или нужно стрелять по самой антенне. Точно говоря, не помню. Но я помню, что здесь я умирал какое-то рекордное количество раз. Потому что место крайне сложное. Давайте разбираться. Так, ну-ка. Пока спокойно. Хорош. Так, ну-ка, подожди. Ты ушла, что ли? Ах, твою мать. Так, короче говоря. И сейчас замедление нужно успеть вторую подзорвать, я думаю. Если мне дадут, конечно. Сейчас опять толпа народа выбежит. И я ничего не успею сделать. Да, бляха, муха. Так, что ж тогда делать? Так, хорошо. Так, что дальше? Так что ли? Я уж не помню. Блин, я запарился. Фу, неужто все? Я большую часть этих смертей вырежу, но... блин, это было сложно. При том, что я знал, что делать, все равно. Это был просто какой-то кошмар. Прощай, скотина. Все, наконец-то они все сдохли. Макс Пейн, конечно. Всех достал. Вообще всех. Да, если бы я такое натворил, я бы такой же походкой ходил. Сам бы офигевал. Обалдеть, вы посмотрите, что он натворил. Вообще весь город вычислил. Тоже спецура бежит. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point.
I released my finger from the trigger. And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. A bit closer to heaven. The cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sidelines. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. It was the grin of a winner. That made two of us. Поздравляем, вы прошли игру Max Payne. Теперь вы можете проверить свои силы в режимах охотника «Времени ждет». Нет уж, спасибо. После такого мне силы свои проверять точно не нужно. У меня уже руки гудят от этой стрельбы бесконечной. Ну что, мы прошли первый Max Payne. Поздравляю вас с этим. Что я могу сказать? Игра натуральный шедевр. То есть, если бы она вышла сейчас с тем же самым геймплеем и просто графику подтянули бы, то, я думаю, ее очень высоко оценили бы все любители хороших шутеров. Хотя, конечно, насыщенность на данный момент, вот если бы она вышла уже, нужно было бы сделать побольше событий. Но как бы там ни было, все равно игра просто, по-моему, шикарная. Я с очень большим удовольствием ее прошел. И прям как-то вот вспомнить первые уровни, вспомнить последние уровни. Если на первых казалось очень сложно, что меня постоянно убивали там через каждые две минуты, то по сравнению с последними уровнями, вот эти первые уровни, сейчас, я думаю, без одной даже там... Ну, то есть, без потери жизни буду проходить. Игра, то есть, учит играть. Это, по-моему, офигенно. Развивает реакцию. То есть, что в этой игре хорошо? В этой игре хороший сюжет, в этой игре хороший экшен, в этой игре интересные локации, интересные враги. Вообще, по-моему, все прекрасно. Что самое приятное, то, что во второй части они ничего не испортили, наоборот, только приумножили. Так что, я думаю, на днях мы начнем прохождение... второй части, сразу после первой, на следующий день. Мне уже не терпится, честно говоря, в нее сесть поиграть. Диск у меня тоже лежит на полочке, тоже лицензионный. Посмотрим, как там с локализацией. Если так же, как в первой, то поставим английский, опять же. Но как бы там ни было, я могу сказать, что мне понравилось. Игра просто доставила какие-то незабываемые ощущения. Я как будто вернулся в те самые года, когда шутеры — это был натурально вызов игроку. Сейчас в основном игры все беззубые, и чтобы себя помучить, игроки играют во что-то наподобие Dark Souls, а раньше все игры были такими. Так что, не знаю, по-моему, это было круто. Надеюсь, вам также понравилось. С вами был Артур, увидимся в следующих сериях, в следующих прохождениях. Всего хорошего, пока-пока-пока.